В Омской области проложат дорогу для бизнеса, причем в буквальном смысле. В своем ежегодном послании депутатам законодательного собрания Виктор Назаров предложил в 2017 году выделить деньги из дорожного фонда на строительство магистрали там, где уже реализуются крупные инвестиционные проекты. По мнению главы региона, необходимо вложиться в реконструкцию и строительство дорог, которые проходят вблизи объектов таких компаний, как «Роскомагро», «Омский Бекон», «Титан», «Аква Сибири» и «Содружество Омск». Появление этих дорог, помимо прямого эффекта в виде инвестиций и рабочих мест от уже реализуемых проектов, позволит вовлечь в инвестиционный оборот и другие земельные участки, которые находятся в непосредственной близости, но сейчас пока не представляют интереса для инвестора, а это уже является серьезной предпосылкой для возможности реализации и других проектов.